Здравствуйте, коллеги. Мы продолжаем серию интервью с очень интересными спикерами. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и какую компанию представляете? Здравствуйте. Я представляю компанию Росспринтер. Компания выпускает принтеры и оборудование для печати на пищевых продуктах, на кондитерских изделиях и на прочих других. Наша компания на рынке уже 12-й год. Имеется техническая поддержка. Наше оборудование имеет гарантию. Оборудование имеет экспертное заключение, что можно использовать в пищевой промышленности. Вот. На выставке представлено наше оборудование, в том числе и новые образцы, более компактное, более дешевое, ну, скажем так, для домашних кондитеров, кто не может позволить себе, ну, более дорогое оборудование. Правильно я понял, что у вас есть, получается, принтеры для промышленных масштабов, большие, для того, чтобы печатать большие партии, и плюс можно купить себе домой, печатать на макароне там свои фотографии и радовать своих домашних. Да, совершенно верно. Мы компания, сами разработчик этого оборудования и производитель. Мы можем под техническое задание клиента сделать, ну, практически все, что угодно. Как и для крупных предприятий, так и для домашних кондитеров. Ну, например, для девушек, которые находятся в декретном отпуске и сидят дома, занимаются таким небольшим своим бизнесом. Расскажите, пожалуйста, очень интересно. ЗОЖ-программа гуляет по стране. Насколько безопасны эти краски, из чего они сделаны? Смотрите, чернила изготовлены на основе пищевых красителей плюс консерванты. Количество чернил, которое попадает на изделие, в очень маленьком количестве. Все чернила сертифицированы, имеют все необходимые допуски. Вот, все это можно посмотреть, имеет необходимые заключения. Замечательно. И я так понимаю, лучше просто сказать, где найти вас на нашей выставке, чтобы все могли удостовериться в качестве печати и вкусе. Ну, добро пожаловать на наш стенд. 15 зал, D8084. Можете подойти, посмотреть, попробовать, проведем демонстрацию, покажем. Все покажем, расскажем. Спасибо огромное и удачи вам, продолжение нашей выставки и отличных бизнес-контактов. Спасибо вам, тоже всего хорошего. До свидания.